Ребятки, если вы хотите получить новенький iPhone, деньги, много конфет или игровой компьютер, то прямо сейчас успейте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик за 3 секунды. Начинаю отсчет. 1. Скорее подписывайся на канал. 2. Ставь лайк. 3. Нажимай на колокольчик. Последняя цифра лайка – это и есть ваш приз. Кто успел, тот умничка. Желаю приятного просмотра. Нет, ну это старая калоша, блин, вообще не собирается, никуда не торопится. Бабка, давай быстрее. Внучатый, всем привет, с вами я, дедушка Гренни. Короче, с бабкой мы все не планируем провести ревизию в нашей подземной деревне. Кажется, они там совсем, никого не слушают, знаете, и нас перестали слушаться. Мы раньше жили в добре, в радости, там, туда-сюда, и они помогают нам. Мы помогаем им, а сейчас что-то звоним, а они как-то трубки кидают, хумить начинают, в общем, непорядок. Сейчас пойдем с бабкой разбираться. Ну, а пока что бабка там чем-то занята, калош, наверное, старую надевает. Вот, короче, и это, внучатый... Ты сейчас доболтаешься? Я, короче, хочу вам рассказать. Бабка, ты слыхала новость? Какую новость? У хулигана канал появился. Конечно, слышала. Вообще-то я своих внучат уже предупредила, если что. А, вот. И короче. И это, внучата, я вчера тоже в сообществе писал, но, может быть, кто-то не знает или не читал. В общем, у хулигана появился канал про реальную жизнь. Он переехал в дом, все показывает, рассказывает, с лицом записывает. Короче, как вы это любите, обязательно перейдите, посмотрите, подпишитесь. Ссылочку я оставлю в описании. Уважьте уж дедули, внучата, обязательно посмотрите этот ролик до конца. Но сначала мой, а потом его. Вот, это важно. Важно, вам дед когда-нибудь что-нибудь глупость какую-то говорит? По-моему, никогда вас дед не подводил, поэтому сейчас, внучата, каждый, смотрим своими глазами, каждый должен пойти посмотреть тот ролик. Обязательно. Ладно, все, внучата, короче, вы меня поняли. Так, бабка, ты чё, бабка? Бабка? Бабка, ну ты чё, уснула, что ли? Тихо, я сижу в шкафе. Я дай тебе... мне, так сказать, эту ауру поймать. Баб, какую ауру? Вот собираемся дым, пошли. Ой, баб, какая у тебя дым? Фу! Ты так быстро вернул мне дверь. Это Пош... шкаф. Был. Так, да я сама. Отойди, я тебе говорю. Все. Пошли. А, все? Господи, как это закрываться-то интересно. Да что ты хочешь от меня? Ну, бабка, пошли в деревню, мы вчера... Мы вчера... Бабка, надо с утречка застать их перед работой. Ладно, пойдем, я еще чайку сейчас хлебану. Бабка, да какого чайку? Пошли уже. Бабка, я тебе сейчас чай... Тебе в кружку. Так. Фу, на тебя. Бабка, ладно, короче, пошли. Да, бабка, пошли, говорю. Да сейчас иду. Так, подожди. Сейчас я платье переодену и сразу пойдем. Какое платье, бабка, надо им это... Бабка, я буду на тебя смотреть и внучатам показывать. Пошли, чтоб тебе стыдно было. Так. Дед, чё я тут, короче, решил надеть? Чего? Покажу. Так, сейчас, смотри. Сейчас я тебе покажу, а ты мне скажешь, красиво или не очень? Не, о, боже мой, глаза мои не видели, пошли. Это моя красотка-то какая. О, боже, на тебе дверью, пошли. Так, ах ты мне дверь, значит, сам иди, и все. Бабка, ты хочешь, чтобы тебе деревня... Обиделась я на тебя. Хорошо, значит, деревня больше мы не наша тогда будет. Не наша. Это не наша, это... Ха-ха, не наша, ты что совсем что ли? Да потому что ты уже, бабка, не торт. Это ты не этот, не пончик вообще-то. Пошли давай, короче. Я вообще-то иду, не булькайте мне. Давай, скорее, по ступенькам, по ступенькам. Опачки, оп, кто первый? Я первая. Ха-ха-ха-ха. Бабка, иди, а что за дверь? Чего? За дверь это что такое? Я да вот. Никакой двери не вижу. Во. Где? А, да я не знаю, может я что-то туда нафигачила? Ну ты помнишь, что там? Да не помню я ничего, это вообще не моя дверь. Ну туда пошли. Так это жители, наверное, сделали. Пошли, посмотрим. Это что-то... Это такое... Я знаю их, это папа и мама хулигана. Здравствуйте, а вы что тут делаете? Ну как, мы тут это мимо проходили. Да мы тут это а мимо проходили. Что это вы тут делаете, я спрашиваю? Да. А это кто такая маленькая? Почему она очень похожа на вас? Что-то я не понял. Это что за малышечка такая? И где хулиган? Вообще-то это моя мама и с папой. Подожди, хулиган же говорил, что не это. У него нет сестеры. Ну-ка, что-то тут... У него и нету. Мы скрывали все это время. Зачем? А почему скрывали? Потому что она больна. В смысле больна? Неизлечимой болезнью. Нам врачи поставили ее еще 3 года назад.
Ого! И чё, и поэтому вы скрывали от хулигана, что у него есть сестра? Ну да. А чё такого? Да в смысле, чё такого? Это вообще-то ненормально, если чё. Бабка, ну-ка пойдём поговорим. Бабка, сейчас, бабка, пошли. Ага, сейчас вернёмся. Так, бабка. Где ты это слышал? Где ты это бабка, слышал? Бабка, я знаю только одно. Бабка, ты должна поставить на уши все свои книги и вылечить её. У хулигана сестра была. Сестру? Конечно. Бабка, ее надо спасать. Не знаю. Может, ему не надо их знать? Бабка, наоборот, надо ее спасти, чтобы он знал. Прискинь, хулиганы, сестра, что ж они тут творить-то так, будут? Ну, давай, подожди. А давай сначала спросим. А вдруг он не откажется от моей помощи? А, ну, давай, пойдем спросим. Иди, пойдем. Так, ну, короче, так, мы тут порешали и спрашиваем у вас. В общем, смотрите, какая тема. Бабка, она же великая, это колдунья, в общем, это молдунья, в общем, умеет все делать. Вот, а в общем, это, вы согласны, если она попробует вылечить всякими зельечками там? Не, вдруг она ее еще больше искалечит. А так она же все равно нездорова. Так, я бы попросила, вообще-то я тем нормально более, лечу. Тем более, ничего делать не надо, просто зельки всякие пить. Плохо будет, вернем обратно. Слушай, ну, может быть, пусть она попробует. Конечно. Да я тебе, дайте мне хоть одну попыточку, бабушка, такое зелье сварит, чтобы такого вот это, все так вы мне расскажете. Да. И чем она больна? Че, как а как ее зовут-то она? Вообще? А бабушка все... Чего? Как зовут-то? Ты меня спрашиваешь? А, да ты, нет. Я думал, ты спрашиваешь, как меня зовут, я думаю, ты что, дед, совсем охренеешь, что ли? Да не, я про малышку. Ее зовут Лерочка. Ага. Как еще раз я не расслышала? Лерочка. Лерочка. Валерка, что ли, я не понял, это что, Валерка? Сама... Лерочка. Лера и Валера, это разные имена, бабка, ты ей старуху совсем не шаришь. Это Лерочка, это Валерия, если ты не знал. Значит, это Валерка. Ну, Лерочка, не Валерка. Лерочка. Ладно, все, бабушка, давайте тогда лечите. Да, бабка, меньше слов, больше дела. Сейчас я вам тогда напишу книгу, чем она болеет, какие у нее симптомы и вообще... Да, пишите, а мы тут пока надо получить это. Давай, а мы пока тут это... Дед, ты мне тут это зельево штуки поставь, пожалуйста. Да ставлю, бабка, делаю, сними тоже свой этот плащ, бабка. Это надо прикрыть немножко. А то с тобой никто сотрудничать не будет. Ты как я не знаю, кто смотришься, плащ сними свой. Этот. В смысле плащ? Это вообще-то юбка. Ну юбку я туда, я не что знаю. С ними я что, буду голая, что ли, ходить? Бабка, у тебя нормальная ночнушка. Так, что я забыл спросить? В смысле, я не хочу в ночнушке, я хочу ходить в юбке. Ага. Это симпатичная очень юбочка. Вот, это правильно. Это верно сказала, симпатичная. Заряжаем пузырьки. Так, это папа хулиган, а вы могли бы немножечко тазом сдвинуть? А то вы стоите я немножко. Я не мог, я хочу все контролировать. А, ладно. Ну да, за бабушку, конечно, глаз да глаз. А то, что да. Сейчас бабушка обидится, вообще ничего не будет делать, если что. Да извини, бабка, ну просто я не доверяю тебе. А не надо мне доверять вообще-то. Сейчас я пузырьки заряжаю. Заряжаю пузырьки. Так. Бабка, читай уже книги. Давай, делай. Ну сейчас он... Так, вы написали мне книжку? Да, вот возьмите. Так, хорошо. Так, а симптомы, так, симптомы, ага. Как это проявляться? Так, ага. Так. О! Зелий, кажется, много, внучата надо будет. Чё, нет. Чё? А, ты только не говори. Мне понадобится, знаешь чё? У меня чё? Нету ингредиента. Какого? Иди сюда, иди, говорю. Идём. Сейчас мы придём, ага. Ой, о, чё дед. Какого? А. Короче, знаешь чё? Чё? Для вылечения этой болезни знаешь, что надо? Чего? У нас дракона. Ёкарный бабай, я помню, иначе, как мы в прошлый раз его ловили, этого дракона. Нет, дед, иначе никак не получится. Только глаз дракона. Так. Штука. Где мне взять его, скажи мне? Это надо, понимаешь, куда-то сходить? Ты понимаешь, куда надо сходить? Да, это процесс недолгий, легкий. Вот именно, так. Поэтому неделю надо сходить пойдём. Туда. Добыть этот глаз дракона. Потом, короче, сварить, это все запаковать. Ой, неделю минимум. Короче, пошли, бабка, поговорим. Так, в общем... А мы тут бабкой посовещались. Не, вылечим. Но, короче, нужно за неделю собрать все нужные ингредиенты. Это мы берем на себя. А с вас нужно девочке дать покой и хорошее жилье. То есть сделать здесь нормальный дом. Нет. Чтобы был воздух свежий, чтобы было общение. Она же умеет общаться. Почему с хулиганом не позволили? Она не умеет общаться. А хулиган ее научит, я знаю хулигана. С болезнью она не открывает рот даже, у нее ни звуки не издают. О, бабка, беда какая, бабка. Так я тебе говорю, через неделю бабка. Все. А я все придумал. Так если у нее болезнь-то такая, а может, бабка, ты ей зелье говорливости кинешь? Ну-ка попробуй. Нет, это потом. Ладно, мы, короче, вернемся скоро. Потом. Делайте ремонт. Через неделю, а вы пока туда обустраивайтесь, да. Так сказать. Да.
Мы хулигану скажем. Не знаю, бабка, давай сначала все найдем ингредиенты, дракон, а потом уже... Дракон нужен, дед, дракон. Все, бабка, с завтрашнего дня начинаю готовиться, все, сегодняшнего дня, все, бабка, все. Отлично, давай, пошли. Я пошла, в свои кладовые схожу. Давай, давай, короче, внучата, все, сейчас будем готовиться для того, чтобы глаз дракона получить, чтобы спасти, сестренку хулигана. Короче, все, внучата, я погнал делами заниматься, всем удачи, всем пока.